Distribute Storage Network, DCN. Давайте поговорим об этом. DCN – это основная сеть платформы, которая будет служить для хранения апдейта и поиска новых статей и публикаций на различные тематики. К примеру, вы нашли способ, как быстро починить сложную поломку авто без необходимости обращаться в сервис. Вы сможете написать об этом статью и ее копию выложить на Omniti. Система сделает выводы из статьи, и пользователи смогут как прочитать ее полностью, так и вычитать короткие выводы без лишней воды. Эта сеть будет не сама по себе, а будет содержать очень полезный инструментарий и нужные функции. Первым полезным инструментом, о котором хотелось бы рассказать, будет Storage Monitor. Это инструмент, который позволит отслеживать актуальные тех или иных статей и публикаций. Это позволит каждому пользователю иметь свежую актуальную информацию о тех вопросах, которые его интересуют. Вторым полезным приложением будет File Handler. Оно позволит пользователям хранить и извлекать нужные файлы и подавать заявки на использование документа владельцу. То есть при загрузке какого-либо документа в систему, ему будет выдаваться уникальный идентификационный номер, по которому потом этот документ можно будет без труда найти. Третьим будет инструмент для восстановления поврежденных или потерянных файлов. Называться он будет Data Recovery Agent. Также будут доступны некоторые другие приложения и сервисы, с которыми вы сможете ознакомиться на сайте проекта. Вот такая вот интересная идея у проекта. Проект будет очень полезен, я считаю, так как в нем есть большая необходимость. Проекту 100% стоит присмотреться. Этот проект решит множество проблем. Он будет буквально полезен каждому. Ну и, конечно, если вы заинтересовались проектом, я рекомендую вам почитать белую бумагу. Я оставлю ссылку в описании на нее. Белую бумагу вы всегда сможете найти все ответы на свои вопросы. Если же нет, то вы всегда можете перейти в социальные сети проекта, связаться там с разработчиками, задать им какие-то вопросы. Проще всего это сделать через телеграм-канал, вам там сразу ответят люди, все подскажут, расскажут. В общем, однозначно...